Завершена внутренняя отделка главного зала Сербского кафедрального собора Святого Саввы в Белграде, самого большого православного храма в мире. Храм был заложен на месте, где в 1554 году по приказу властей Оттоманской империи были сожжены мощи сербского первосвященника и национального героя святого Саввы. А вообще строительство храма началось 120 лет тому назад. Площадку расчистили еще в 1894 году. Пошло проектирование, потом Первая мировая война, и по-настоящему строить начали только в 1935 году. И до 1939 года были возведены стены высотой 12 метров. Тут началась Вторая мировая война. И только в 1989 году был завершен купол храма. Нижний предел храма был открыт несколько лет назад. И он поражает всех своим великолепием. Несмотря на небольшую высоту, золотые потолки не давят на присутствующих, а наоборот как бы возносят их. И освещение вообще обалденное. Все золотом отделано, с усами. Если в таком же смысле будет отделан и верхний храм, то это будет просто потрясающе. Недавно в храме побывал президент Владимир Путин, который внес большой вклад в его строительство. Автор уникальной мозаики, наш художник Николай Мухин, рассказал президенту, как она создавалась. Важно было соблюсти вот эту масштабность, чтобы храм был торжественный, преображенный, потому что мы его преображаем за счет золота, это символ света фаворского. Вместе с сербским коллегой президент России добавил завершающие элементы в еще одну мозаику. Визит российского президента для жителей Сербии – событие знаковое. К храму сегодня пришли тысячи людей. Многие, судя по плакатам, приехали из других городов, кто-то с детьми. Людей в руках фотографии Владимира Путина и триколоры двух стран. Но только сейчас, с помощью России, храм обретает свое лицо. Уникальная мозаика, которой нет аналогов в мире. Несколько лет напряженной работы команды российских и сербских мастеров. 15 тысяч квадратных метров. 50 миллионов элементов мозаики общим весом более 300 тонн. Главная тема мозаики храма Святого Саввы – православный сербский праздник Вознесения Господня. Со Спасителем высотой 14 метров в его небесной славе. Лики святых апостолов и мерцающий свет позолоты. Мозаика в храме Святого Саввы в Белграде открывает миру новые, уникальные образы православия и является символом помощи братской Сербии со стороны России.